Всем привет-привет! Мы сегодня в гостях у моей очень-очень близкой знакомой, у Ирины Аверианус. Вот, я пришла к ней в гости, вот на чаепитие, и мы еще посидели. Вот теперь я хочу сейчас снять картины, которые я здесь увидела. Я в восторге, и я что хочу сказать, что я начинаю учиться рисовать. Я реально в восторге была вообще. Сейчас я вам покажу ее работы, и мне очень хотелось бы, чтобы вы увидели ее. Вот. Сейчас я сниму, значит, переправлю камеру, и я покажу вам все ее работы. Всем привет-привет еще раз. Так, ну, это я записываю, может, кто-то не будет смотреть первую часть, как я что-то там делала, да, поэтому я здороваюсь. Hello everyone, I am Diane, Color of Fantasy Art Gallery. Вот такая вот у меня получилась. Видите, в первой части можете посмотреть, как я это делала, если кто не смотрел. Теперь я вот сейчас ее буду сливать. Вот, это уже вторая часть, она будет чуть покороче, потому что, ну, может, я соединю, я не знаю. Так, теперь вот я хочу попробовать, значит, слить. Просто надо подумать, в какую сторону сначала. Сливать буду медленно. Краски очень много. Вот вам видно, надеюсь, да? Я вот просто не знаю, видно вам сейчас. Да, видно вам там. Вот так вот я потихонечку сливаю в одну сторону. Все, приподняла. И обратно я это краску сюда вот обратно, видите? Теперь можно и во вторую, конечно, сразу, но попробуем сначала так. В одну сторону, во вторую сторону. Может, что-то по-другому получится здесь. Холст большой, на самом деле, немножко будет не так смотреться он, но все равно буду пробовать. Все равно красиво будет. Вот, видите, во вторую сторону. Так, теперь я пойду вот в ту сторону, а потом уже сюда. Смотрите, вот в эту сторону я сейчас иду. Вот, ячейки есть уже, видите? Красота, прям красота. Ну, люблю я эту технику. Вот хочется прям творить, творить и творить что-то. Натворить что-то, в общем. Сейчас я попробую так перевернуть, чтобы было видно. Надо сливать, потому что вот. А, нет, не сюда надо, господи. Так, в эту сторону. Самые красивые ячейки у нас убежали. Но я не расстраиваюсь, потому что здесь еще осталось много. Как говорят, отдохни, Диана. И дальше пойдешь. Нет, ячейки есть, нормально. Здесь у меня, мне нравится это. Сейчас попробую в эту сторону. Дальше посмотрим. Так. Теперь пойду немножко туда правик кручу уже, потому что вот сложно, конечно, делать сложно, потому что большой холст, хочется оставить ячеечки, но видите, он как неровно получается, но
что делать. Так, сейчас посмотрим. Ну, красота, ну, красота, я обожаю. Я люблю этот, на самом деле, очень красиво получается, смотрите. Давайте сначала вот так немножко солью. Так, а теперь в обратку пойду. Да, видите, ячейки есть. Их просто надо растягивать в одну или в другую сторону. Но так как это большой холст, конечно, немножко сложновато. Но буду пробовать. Так. Вот, видите, ячейки есть. Вот они. Так, ну что, похоже, ну что-то похоже. Надо это немножко еще слить. Все, значит, не зря я мучилась. Получилось очень красиво. Я извиняюсь, если вам там не видно. Я немножко в эту сторону. Мне просто кажется, что краски много еще здесь. Хочется еще немножко слить. Хотя, может быть, и немного. Nice? Nice. Color nice, no? Very attractive. Yeah, thank you. Thank you. No problem. This okay. Thank you. Bye. Thank you, Lil. Так. Sorry, извиняюсь, это у меня... Работница моя была здесь. Она уходит и говорит, я ухожу. Я говорю, хорошо. Так, ну все, наверное, хватит. Вот здесь бы, конечно, еще чуть-чуть бы ячеечек, а так она нормально смотрится. Видите, то, что он большой, вот почему она не делает на больших. Потому что растяжка, видите, идет. Вот растягивается вроде, да? Но вот эти вот полоски, ну он тоже свой какой-то эффект им дает, конечно. Очень даже интересный. Вот смотрите. Теперь будем смотреть, как он высохнет. Вот так вот у меня получилось. Видите? Вот, можно еще немножко слить в эту сторону, как бы, да, покрутить чуть-чуть. Можно там что-то сделать. Мне кажется, что... Ну, просто я уже трогать сейчас буду трогать, и опять же я все попорчу, как всегда. Я сначала сделаю, а потом что-нибудь, да. Не так. Ну, посмотрим. Так, ну вот, все, мои дорогие. Вот еще 10 минут я вам тут записала. Мне нравится. Я не знаю, как вам.
Можно, говорю, вот можно сюда немножко еще слить. Там много краски, мне кажется, да? Немножко сюда, немножко как-то повернуть ее. И будет нормально. Вот ее надо просто делать правильно. Ячейки появились, все хорошо. На большом, естественно, не растянешь так, как надо. Ну, не, она не будет по всему холсту, потому что много, видите? Вот. Все. Вот такой вот получился у нас холст. Вот, вам видно всем? Вот такой. Все. Все, теперь, мои дорогие, пока-пока. До новых заливок. Вот, да, я думаю, может, еще до Нового года что-то еще запишу. Вот, и заодно потом уже с вами отметим Новый год наш. Вот. Всем пока-пока. Всех люблю, целую, обнимаю. И прям всю свою энергию добрую отдаю вам. Пусть у вас всегда будет улыбки. Пусть у вас всегда будут улыбки на лице. Господи, я уже и это запуталась. Вот видите, вот когда я не разговариваю, это лучше, чем я разговариваю. В общем, я когда волнуюсь, у меня все время какие-то ошибки идут. Ну ладно. Все, всем пока-пока. Люблю вас. Всем пока-пока. Все, до новых встреч. Вот работа начинается с красного мака. И это шик. Просто мне очень понравилось. Посмотрите, какая красота. Здесь еще темно. Но вот видите, прям вон наша Ирина. Привет, привет, Ирина. Я снимаю твои картины. Так, я начну вот отсюда сейчас, ладно. Вот, сейчас я вам покажу вот эту картину шикарную. Смотрите, какая красота. Вот. Аверианус. Очень красиво. Я что-то прям у меня желание появилось сейчас учиться рисовать. Вы представляете, скоро ваша Диана начнет рисовать. Смотрите, какая красота. Так, дальше пошли. Хотел что-то. Ну вот, смотрите, какая красота. Это у нас рыбки. Вот. Видите? Прям хочется их потрогать, да? Такие красивые. Цвет вообще, прям вообще я в восторге. Так, здесь вот такие рыбки есть. Я, наверное, точно, ну не наверное, даже точно, я приду обязательно к Ирине, и пусть она мне покажет, как рисовать, и я начну, наверное, рисовать. Потому что мне очень захотелось теперь вот, наверное, пришло время, вот, чтобы рисовать. Смотрите, какая красота. Как настоящее все. Хочется все потрогать, прям и воду потрогать, и все. Парусник там. Очень красиво. Мне нравится. Вот такая вот красота у нас. Посмотрите. О, супер. Елочка. Всех с наступающим Новым годом. Вот. У Ирины какая красивая елочка. Смотрите, как красиво. Вот. Сейчас еще одну покажу. Тоже интересная такая работа. Это все масло. Вот мне понравилась очень вот эта работа. Прям ее я трогала, как будто вот настоящие деревья. Смотрите. Мне очень понравилось. Захотелось в лес туда. Вот такая вот работа суперовская. А это вот вообще восторг. Так, это у нас оливковое дерево. Оливковое дерево, Ирин? Или сливовое? Сейчас точно скажу сливовое. Оливковое дерево. Вот. Приезжайте к нам в Бахрейн и посмотрите такие красивые картины. Вот. Приглашаем вас. Так, а это вот новые, по-моему, работы. Видите, какая красота. Вот. Ирина, это с Дубая, в Дубае, да? Ты когда летала в Дубай? Вот она нарисовала.
Очень много интересных работ. Мне прям понравилось все. В общем, дорогие мои, я начинаю тоже рисовать. Не обещаю, но начинаю. Я все время так желаю, вроде желание есть, потом что-нибудь да, не получается. Но в этот раз я прям что-то захотела рисовать. Надо было давно прийти в гости к Ирине, чтобы прям желание появилось. Елочка такая. О, красота такая. О. Вот, это мы все сидим. Это Ирина, это дочь Лиза. Вот. А это привет. Я. А это я. Все, мы пьем чай. В общем, сейчас приезжайте к нам на чай.